Вот так вот на арбуз повлиял заморозок. Первый раз с таким столкнулись. Первый раз как бы выращиваем арбузы. Вот еще. Тут тоже так в траве. И тут вот тоже потемнело сверху, но даже корка льда небольшая. Вот так. Не знаю. Надо было срывать их раньше. Не думаю, конечно, что оно полностью испортился. Продукт ягода. Но все-таки вот так. Интересно. Они-то еще не все как бы и спелые, возможно. Поэтому так вот заморозки приукрасили сверху арбузик. Посмотрим, отойдет или нет. В интернетах, конечно, писало, что заморозки выдерживает. Но такого ничего не видел, не смотрел.